Всем привет, дорогие зрители, и в этом видео я вам покажу, как вы можете добавить меню приложения на ваш смартфон Xiaomi. Я напомню, что такая операционная система от Xiaomi, как MIUI, никогда ранее не базировалась на меню приложений. То есть она отличалась от чистого Android именно тем, что не было меню приложений. Вот как сейчас у меня. Просто рабочий стол с нашими приложениями. И все. Ни о каком меню не было речи. Но недавно, несколько месяцев назад, реально MIUI решили установить меню приложений. Но опять-таки это не обязательно. Если вы хотите пользоваться без этого, можете пользоваться. Пожалуйста, выбор у вас всегда есть. Если вы хотите попробовать с меню приложений при свайпе вверх, которое будет появляться, ну, пожалуйста, хотите, можете попробовать так. Итак, в этом видосике я вам расскажу, как вы можете установить эту менюшку. На нашем рабочем столе в свободное пространство тыкаем пальцем и немножечко задерживаем. Появляется вот такая менюшка. Настройки. Еще. И здесь появляются у нас настройки нашего рабочего стола. Рабочий стол. Видите, у меня обычный стандартный MIUI. Есть у нас с меню приложений. Вы можете изменить. Смотрите, с меню приложения я нажимаю, окей, подтверждаю, все. То, что у нас было раньше, оно, ну, как бы уходит на второй план, и сейчас у нас обычный рабочий стол с нашими стандартными приложениями. И если вы хотите открыть меню приложений и по категориям определенные ваши приложения систематизировать, то, пожалуйста, это возможно. Опа! Опача! И у вас появляется меню приложений. Смотрите, все. То есть, это все наши приложения, которые вы закачивали на свой смартфон. Начиная от игр, заканчивая различными системными приложениями, фото-видеоредакторами и так далее, и тому подобное. Банковские приложения. Ну, все, что хотите. Итак, смотрите. Дальше у нас идут категории, на которые мы можем подразделять те или иные приложения. К примеру, общение. Опа! То есть, MIUI стандартно расстановила наши приложения таким образом, что они, приложения, подходят к той или иной категории. Если вы считаете, что вам сюда что-то не хватает, к примеру, WhatsApp у вас здесь нету, да, но он у вас в смартфоне закачанный, пожалуйста, вы можете легко его добавить, нажав кнопочку «Изменить». Например, давайте я вам покажу, к примеру, смотрите. Общение, развлечения, фото, инструменты, игры, финансы. Смотрите, к примеру, игры, да? У меня 3 игры. Я помню, что у меня игр больше. Что я делаю? Изменить. Вот, я ищу свои игрушки. Я помню, что у меня есть такая игрушка. Вот, Вуди. Ну, там квадратики, пазлы нужно складывать. Я нажимаю. Все. Она у меня появилась в категории игры. Видите? То есть, без проблем. Там инструменты. Так, фото, да? Что-то, если здесь не хватает, пожалуйста, вы берете, изменяете и ищете то приложение, которое вам, ваше, относится к фото. Или какие-то, допустим, инструменты, да? Ну, инструментов здесь у нас много. Что-то можете добавлять, что-то удалять, что-то менять. Если вам это надоело, ну, пожалуйста, вы убираете все. Вот ваш стандартный рабочий стол, на котором вы можете просто работать, и он вам не мешает. Вот как можно добавить ваше меню приложений. Раз, и все, вы можете пользоваться. Если вам это надоело, все дело, опять-таки, свободное пространство, тыкайте пальцем, открывается менюшка, настройки, еще, рабочий стол, обратно ставите на обычный, все вернулось, как и было. Окей, все, видите, как до этого было. Мне, если честно, меню приложений не очень нравится. Все, ребятки, надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это так, ставьте лайки. Буду очень вам благодарен за вашу подписку, за вашу активность. Оставляйте свои комментарии, пишите свои вопросы. Я постараюсь на них ответить и снять интересное видео. Спасибо всем за внимание, ребята. Всем успехов.